Югорчане собрали на капремонт больше 19 миллиардов рублей. Напомню, программа действует в регионе с 2014 года. Собираемость в округе стабильно растет и сегодня составляет почти 92%. Наибольший вклад внесли жители Сургута – почти 5,5 миллиардов рублей. При этом муниципалитет занимает не первые позиции рейтинга. В лидерах по Качи и Нягань эти города перешагнули порог в 95%. Самые же низкие показатели у Березовского района, где взносы составляют чуть больше 84%. Отмечу, с начала программы на капитальный ремонт многоквартирных домов в округе потратили порядка 15,5 миллиардов рублей. До конца года на эти цели планируют направить еще свыше 5,5 миллиардов.